Нет ничего вкуснее донской рыбки. И вы даже не представляете, сколько ее водится в Ростовской области. Сегодня мы с вами увидим более 30 видов разной рыбы, которые обитают в наших водоемах. Выглядят они очень аппетитно, но, к сожалению, есть их нельзя. С вами Дарья Нетребина, корреспондент 161.ru. Добро пожаловать в первый в Ростовской области музей рыб. Шамаечка у нас, что можно сказать, очень вкусная, питательная, нежная, жирная и невероятно мягкое мясо. Река-кормилица. Так издавна называли Дон казаки. Еще бы, ведь в нем обитает более 75 видов съедобной рыбы. Именно поэтому и был открыт этот музей, чтобы дончане знали о своем рыбном богатстве. Наша цель была найти все эти виды, сделать экспозиции, чтобы это было доступно детям, взрослым, потому что не каждый может увидеть такое наличие вот этих многих рыб все вместе. Часть экспонатов представлена на фотостендах, а часть изготовлена в виде чучел. В программе экскурсии по музею можно не только узнать все о жизни и особенностях речных обитателей, но и пройти интерактивные игры и конкурсы, даже посмотреть фильм о рыбном промысле.